В этом уроке я вам расскажу, как изменить цвет глаз на фотографии. Для того, чтобы это сделать, давайте сначала увеличим, пусть будет один глаз, чтобы нам было удобнее работать, так как он будет большего размера. И затем выберите инструмент «Овальная область» и выделите глаз. Давайте я сделаю как-то неточно, чтобы показать вам, как сделать это более точнее потом, если вы ошиблись. Давайте сделаем такое выделение и выберем «Трансформировать выделенную область». И после этого вы можете более четко настроить ваше выделение. Вот так вот. Выступает, ничего страшного, сейчас мы избавимся от этого лишнего выделения. Давайте нажмем «Ввод» и выберем инструмент «Лассо». Нажмите клавишу «Alt» и удерживайте ее. Теперь начните рисовать и исключать ту область, которую мы хотим удалить. Вот так. И давайте выделим эту область. Теперь замкнем и отпустим. Вот так вот мы избавились от лишней области. Теперь давайте пойдем в меню изображения, коррекция, и выберем цветовой тон насыщенность. И здесь, в этом диалоговом окне, выберем флажок тонирования, поставим. Этим самым мы можем изменять цветовой тон. Смотрите. Перемещая звонок, мы можем корректировать цвет глаза. Давайте насыщенность поменьше поставим. Вот. Теперь запомните эти цифры 217 и 0. Давайте нажмем «Да». Снимем выделение, отменить выделение, нажмем. И отдалим. Давайте выберем и выберем реальный размер. Теперь смотрите. У нас изменился цвет глаза. Одного. Давайте точно так же поступим и со вторым глазом. Давайте увеличим его. Выберем инструмент «Овальная область», выделим его. Исключим лишнее при помощи инструмента «Лассо», таким же образом удерживая «Alt». И дальше изображение, коррекция и цветовой тон насыщенность. Либо нажмите Ctrl-U, сочетание клавиш.